Северский дом культуры феерично отметил свой 65-й день рождения. Многие месяцы работники учреждения готовили новую программу для гостей юбилейных вечеров. Организаторы и артисты смогли красиво и ярко рассказать о более чем полувековой истории ДК, не оставив ни одного зрителя равнодушным. Кричите бис нам смело, свое мы любим дело. Вы наш гость, вы наш гость, вы наш гость. Яркие, талантливые солисты и коллективы воссоздали на сцене атмосферу разных лет. От славного советского прошлого, когда Дом культуры еще носил статус районного, до нынешних дней. Грамотами и благодарностями отметили ярких деятелей культуры, внесших весомый вклад в развитие учреждения. Множество теплых слов прозвучало в адрес Нины Федоровны Васильевой. Дольше всех она возглавляла Северский дом культуры, руководя большим и дружным коллективом. Даже в тяжелые для всей страны 90-е здесь звучала музыка, пение и смех, несмотря на отсутствие отопления и стабильной зарплаты. Сегодня директором является Василий Папандопуло, не менее талантливый руководитель, выведший работу учреждения на совершенно новый уровень. Эта замечательная сцена дала путевку в жизнь многим профессионалам в области искусства. Здесь царит дух творчества всегда на протяжении всех 65 лет. Очень хорошо, что молодой творческий коллектив продолжает те традиции, которые были заложены ветеранами нашей отрасли. Нынешний коллектив Дома культуры весьма велик. Приток свежей крови в немалой степени обеспечивают студенты и выпускники Краснодарского краевого колледжа культуры. Многие из ребят приняли участие в юбилейных вечерах. Нельзя забывать и о тех, кто не блистает на сцене. Это целый штат специалистов и персонала, от техслужащих до звукооператоров, которые трудятся в тени софитов. Когда мы отдыхаем, а работники культуры работают. Это очень сложно, не каждому это по плечу. Мира и добра коллективу и вашей семье. Желаем вам творческих успехов, новых масштабных мероприятий, интересных проектов, благополучия и процветания. Ну и, конечно, благодарного зрителя. Зритель действительно остался благодарным за то количество эмоций и магии, творившейся на сцене. Стоя вспомнили имена и лица видных деятелей культуры станицы, района и края. На старых фотографиях вся жизнь станичного ДК. Это не здание, хотя сейчас оно как никогда красиво и современно. В первую очередь это люди, талантливые и трудолюбивые. И что на земле не проходит без следа. И юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Множество интересных и ярких страниц истории уже перевернуто. Но впереди у коллектива Северского дома культуры новые высоты и успехи.